Как сообщает специальный корреспондент Азертач, 17 января президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании «Суэц Групп» Жаном Луис Шассодом. На встрече был отмечен высокий уровень отношений между Азербайджаном и Францией. Было подчеркнуто, что французские компании реализуют в Азербайджане крупные проекты. Компания «Суэц Групп» также принимает непосредственное участие в этих проектах, многие из которых успешно реализуются. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между компанией «Суэц Групп» и Азербайджаном.